Всем привет! У меня сегодня радостное событие. Это посылочка из магазина «Мир вышивки». Все, кто смотрит мой канал, знают, что я очень люблю этот магазин. Постоянно делаю там покупки. У меня там уже максимальная скидка. И магазин сделал подарок для моих зрителей. Если вы еще ни разу не совершали покупки в этом магазине, можете перейти по ссылочке, которая находится под этим видео, выбрать товар, ввести промокод Инесса и получить 10% скидку на вашу покупку. Скидка действительно для покупателей, которые совершают покупку первый раз. А еще если учесть, что в магазине 23 числа Черная пятница и будут скидки, то вы сможете приобрести товар по очень выгодной цене. Какие рубрики есть в этом магазине, я вам расскажу чуть позже. Ну а сейчас не буду вас томить. Я покажу вам, что же ко мне приехало в этот раз. Не совсем обычная покупка. Раньше вы видели у меня только наборы для вышивания. А сейчас еще приехали вот такие наборы для Алины. Алина занимается вязанием игрушек. И я думаю, что моим зрителям будет очень интересно посмотреть, что же есть в этом магазине для вязальщиц. Но начнем мы с моей любимой вышивки, которая упакована вот в такую папочку. Еще есть каталог. Каталог покажу вам в конце видео. Такие вот визиточки вложены в каждую посылочку. Вышивки упакованы в папку. Кто догадается, что это за наборчики? Ну, конечно же, это моя любимая чудесная игла. Это новинка. Посмотрите, какая замечательная новинка. Посмотрите, маки, ромашки. У меня есть отдельно ромашки, есть отдельно маки. Но я так люблю букеты. Смотрите, какая стрекозка летает. Эту новинку многие показывали на формуле рукоделия, которая проходила недавно. И, конечно же, я такой наборчик решила приобрести. Размер этого набора 28 на 39 сантиметров. Сделаю обязательно вам обзор в следующем видео на вот этот набор. В наборе «Мулине Гамма». Я очень люблю «Мулине Гамма». И посмотрите, какого цвета канва. Это канва серая. Я думаю, очень красиво будет смотреться на серой канве вот этот сюжет. Просто потрясающие маки. Вообще, у «Чудесной иглы» очень много новинок в этом году. Артикул этой новинки 100-016. Называется набор «Маки и ромашки». А вот этот наборчик от фирмы «Мария Искусница». Вы посмотрите, какая красота. Я в этом году познакомилась с наборами «Мария Искусница». Мне они очень-очень понравились. Вот этот набор вышивается на равномерке. Равномерка Линда 27. Очень многие наборы от фирмы «Мария Искусница» комплектуются равномеркой Линды или Лен идет в наборе. В следующих видео я вас познакомлю с этой фирмой поближе. Сделаю обзор вот на этот наборчик. А также покажу отшив готовой работы. Покажу еще, какие есть у них наборчики на льне. Ну, в общем, это будет в следующем видео. Но тоже рекомендую вам эту фирму. Там есть разные варианты. Тоже можете перейти по ссылочке под видео в этот магазин и посмотреть поподробнее, какие есть наборы. Читайте описание. Очень хорошее подробное описание. А также есть видеоролики, где вы сможете посмотреть комплектацию наборов не только этой фирмы, но а также можете посмотреть и ролики о других фирмах. В принципе, очень удобный сайт тем, что можно посмотреть видеообзоры.
Размер этой работы 23 на 33 сантиметра. Называется «Соцветие гортензии». Кто смотрит мой канал постоянно, уже знают. Я очень люблю сиреневые, голубые, розовые тона. Но еще больше я люблю вышивать цветы, а также бабочки. И знаете, хоть я и давала обещание, что вряд ли я буду в ближайшее время начинать что-то новое, но, как я всегда говорю, я хозяйка своего слова, хочу, даю слово, хочу, назад беру. В общем, девчонки, ну, очень хочется мне начать на равномерке. Давно я что-то не вышивала на равномерке. Вышиваю на канве, и руки чешутся повышивать на линде. Ну, в общем, очень хочу повышивать. И посмотрите, здесь линда голубого цвета. Я уже вышивала на линде белого цвета, кремового цвета. Ну, очень хочется на голубой линде повышивать. И посмотрите, как намотаны ниточки. Так красиво все смотрится. Ну, посмотрите, какие цвета. Ну, это просто обалденные цвета. Ну как не начать вышивать? Как удержаться, девочки? Как удержаться, я не знаю. Ну и сейчас мы с вами перейдем к вязальным покупочкам. Все очень хорошо упаковано. Вот такой интересный набор. Это набор для вязания. Вязание игрушки. Дочка моя Алина увлеклась вязанием игрушек. Она сама искала схемки в интернете. Подбирала нитки, но мы решили попробовать вот эти вот игрушечки. Фирма Art Узор. Здесь в наборе есть все. Нитки, пошаговая схема, крючок. Алинка сделает вам обзор. В общем, первый наборчик выбрали вот такая лисичка размером 33 сантиметра. Хочу сказать, не маленькая лисичка. Это первый наборчик. Вот такой замечательный второй наборчик. Посмотрите, какой Мишутка. У Мишутки комбинезон, шапочка с помпончиком. Посмотрите, какие есть варианты. Мы в магазине «Мир вышивки» долго выбирали, никак не могли определиться, что же именно мы хотим. Мой промокод Инесса действует на любую покупку, не только на вышивальные. Если вы хотите что-то приобрести из рубрики вязания, скрапбукинг, вообще все, что есть на этом сайте, совершая покупку, когда вы оформляете заказ, в специальное поле «Промокод» пишите «Инесса», нажимаете кнопку «Пересчитать» и получаете 10% скидку. Посмотрите. Сегодня 22 ноября, начало акции, 18:00 по московскому времени, Черная пятница. Черная пятница начинается сегодня, в четверг вечером. Сейчас сразу после просмотра этого видео вы сможете перейти по ссылочке под моим видео и совершить покупки. Ого! Набор Dimensions, игрушки 2175, ничего себе, я тоже хочу. Так, смотрим, Черная пятница. Смотрим все категории в этой рубрике. Я вышиваю вот этот наборчик от Nitex. Посмотрите, какая цена, 605 рублей. Обалдеть. Мамина чашка 862 рубля. Девчонки, скидки действительно обалденные. Пряжа. Посмотрите, какой большой ассортимент пряжи. Конечно же, мы с Алиной будем заказывать здесь велюровую пряжу обязательно. Но я хочу вам сейчас показать наборы для вязания. Вот те наборчики, которые мы заказали с Алиной. Посмотрите, кто здесь есть. Здесь есть единорожек. Многие дети любят единорожков. Посмотрите, 30 сантиметров единорог. Вы сможете сами связать своему ребенку такую игрушку. Новогодние есть игрушки, вот зайчики. И понравилась мне идея погремушка. Здесь есть погремушка. Мы как раз думали с Алинкой заказать такую погремушку нашей Василисе. Вот такой мобиль в кроватку, где летают птенчики. Для младенцев тоже будет интересно. Набор костюм для новорожденного. Костюмчик для новорожденного. Вот такие вот классные наборчики для начинающих.
разглядывала эту рубрику, когда Алинка увлеклась вязанием, и мы стали обращать внимание на наборчики, пинеточки. Ну, в общем, для тех, кто хочет начать вязать, вообще классная рубрика, посмотрите обязательно. Помпоны. Помпоны. Можно готовые помпончики заказать. Ну, в общем, очень много здесь разных рубрик. Посмотрите. Шитье, ленты, ткани. Я присматривала здесь тканюшку себе, очень интересные расцветки. У нас не всегда в магазине можно купить интересную расцветку. У меня была задумка шить ролл. Сейчас очень модны роллы для вышивки, когда мы ходим на встречу рукодельниц. Обращайте только внимание на размер тканюшки. Вот 50 на 80 вполне, вполне. Мы с вами посмотрим, что за каталог у меня здесь. Каталог «Художественные материалы. Канцелярия». Каталог 2018 года. Здесь представлены товары, которые предлагает магазин «Мир вышивки». Мастер-классы. Краски. Краски масляные, акриловые. Краски гуашь по стеклу, по ткани, эмаль. Для графита холсты, холст на картоне, холст на подрамнике, грунтованные, ну, в общем, разные холсты. Кисти, профессиональные кисти художественные, графические материалы, пастель, уголь, художественные маркеры, инструменты и принадлежности разные, бумажно-беловые товары, посмотрите, альбомы, тетради, папки. Товары для письма и рисования, краски, пластилин, клей, ножницы и резка для бумаги. В общем, все, что нужно для вашего творчества, магазин «Мир вышивки» может вам предложить. Мастер-класс. Посмотрите, какой рисунок. Здесь пошаговая инструкция. Как рисовать. Мне бы это было очень полезно, поскольку я вообще не умею рисовать. Мама моя всегда мечтала научиться рисовать. Алинка маленькая ходила у нас в художественную школу, в детскую. Дальше идут краски. Здесь есть палитра, описание, номера цветов. Кисти. Посмотрите, широкий ассортимент разных кистей. Вот такие, смотрите, веерные кисти. Пастель. Графические материалы, также указаны номера. Палитра вся и номера. Инструменты разные. Мастихины. Наборы растушевок. Мольберты настольные. Кстати, магазин «Мир вышивки» предлагает большой ассортимент станков и держателей для пялец, а также разные пяльцы для вышивальщиц. Вот они, станки. У меня вот такой станок есть от Арабески. Кстати, обратите внимание, сейчас на него очень хорошая скидка. Причем здесь размер рамы 40 на 56, максимальный. Вот точно такой же, как у меня. И посмотрите, какая привлекательная цена. 2 325. А также сейчас здесь есть станки от Сереги Мастера. Кто смотрит мой канал, наверняка видели, что первый мой напольный станок был как раз от Сереги Мастера. Тоже хороший станочек. И сейчас эти станки есть в магазине «Мир вышивки». А также отдельно рамы можно приобрести к этим станкам. Ну, в общем, заходите, смотрите. В общем, вот такие замечательные наборчики приехали к нам. Для нас с Алиной это тоже в новинку, эти наборчики. До этого как-то Алина пыталась сама искать схемки. Но мы посчитали, что вот такие наборы будут очень удобные. Особенно для тех, кто начинает вязать.
Арина хочет сделать обзор этих наборов, а также она будет снимать мастер-класс по этим наборам, то есть полностью, как она будет вязать игрушку, я буду снимать, и мы все это в следующих видео покажем. В общем, вот такие планы на ближайшее время. Я должна вам снять обзор наборов. Алинка вам должна показать вот эти вот наборчики, познакомить вас. Нам тоже очень-очень интересно с Алиной посмотреть. Ну и, конечно же, интересно посмотреть, что будет в готовом виде. Но как раз пятницу, черная пятница, и вы сможете приобрести вот такие наборчики с хорошей скидкой. На этом я заканчиваю свой обзор. Переходите по ссылке в описании, смотрите, что есть в этом магазине, делайте покупки. Спасибо за просмотр этого видео. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока.